Именно так выглядит Rolls-Royce в мире роялей. Гордость концертно-театрального центра «Югра Классик» – рояль Фациоли F228. Он здесь 2005 года. Это второй инструмент этой марки, увидевший Россию. Стоимость элитного рояля на сегодняшний день превышает 7 миллионов рублей. Перед тем, как его привезли в окружную столицу, настройщик концертно-театрального центра был приглашен в Италию на завод, где изготавливаются эти уникальные инструменты. Большой, конечно, опыт получил там. Даже смотря по, ходя по фабрике, нам дали экскурсию, провели экскурсию. Конечно, не все показали то, что мы хотели бы увидеть. Но поразила скрупулезность и педантичность работы тех мастеров, которые не пропускают, как говорится, ни одной недоработки и делают так, как положено и нужно делать. Это кадры с завода Фациоли, на котором собирают рояли. Каждую деталь здесь изготавливают вручную, используя 6 пород дерева, включая особую породу ели из леса Валь-де-Фьемме, в котором знаменитый Антонио Страдивари брал древесину для своих скрипок. Каждый образец столь совершенного инструмента может создаваться в течение нескольких лет. Когда подходишь, настрой одинаковый, но когда начинаешь работать, меняется настрой. Ты начинаешь его уважать, потому что он поддается тебе. Мне становится с ним легко работать, да. Есть пару нот, которые, ну, мы так друг с другом боремся в дисканте, да, бывает. Но в итоге, как говорится, он отплачивает хорошей монетой. Уникален этот рояль и своим цветом. Представители «Югра Классик» специально возили образцы отделочных материалов в Италию, чтобы инструмент окрасили в цвет, гармонирующий с залом. А камерный зал был сделан именно под рояль Фациоли. Играть на нем – честь, говорят пианисты. Ирина Плотникова за 4 года работы в КТЦ сегодня играет на Фациоли впервые. По ее словам, этот рояль – опасный и чуткий инструмент, который не прощает ни одной ошибки. Здесь звук, здесь акустика, плюс звук, плюс рояль – идеально ровная. Практически мало разыгранная клавиатура. Чем лучше инструмент, тем на любом, в принципе, инструменте. Когда мы были в Сургуте и играли с духовым оркестром вот эту программу Чайковского играли, там идеальный Steinway, идеальный, он в идеальном состоянии просто. На нем играть невозможно. Обычно поиграть на этом рояле работники «Югра Классик» пускают только известных и талантливых пианистов. Съемочная группа телерадиокомпании «Югра» попросила сделать исключение для ученика Центра искусств, который мечтал прикоснуться к этому уникальному инструменту. Вообще не думал, то, что когда-то удастся поиграть на таком инструменте. Ну, считаю, это удачей невероятной. Рояль удивительный, конечно, отношусь с трепетом. Я долго готовился к этому. Рояль Фациоли, как говорят пианисты с мировой известностью, рояль 22 века. И если вы хотите прикоснуться к звучанию будущего, посетите концертно-театральный центр «Югра Классик».